мы не считаем, как бы и никто не считает Брюгге или какую-то команду слабейшим в группе, потому что это Лига Чемпионов, и тут нет слабых команд. Тут представляют как бы лучшие команды своих стран, и поэтому каждая игра будет тяжелая, и нужно выходить, настраиваться и готовиться к каждой игре, как и ко всем командам. Всегда прекрасно, когда покупается хороший игрок, и конкуренция, она всегда есть, была и будет, и поэтому нет никогда каких-то сомнений или опасений. Ты всегда должен доказывать это, вне зависимости от того, что приходит новый игрок или нет. Без конкуренции мы не будем прогрессировать и работать. Поэтому прекрасно, что Вендос присоединился к нам в команде. Я думаю, что он поможет нам. Малком не сыграет, он не работает в общей группе. Что касается других, то Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Естественно, остальные все готовятся. Есть еще небольшие проблемы, но я думаю, они решаемы. Сейчас время идет на часы, а не на дни. Конечно, меньше 2 суток прошло после нашего последнего матча. Естественно, говорить о том, что кардинально что-то изменилось, не приходится. Поэтому мы мониторим состояние игроков, на каждой тренировке смотрим за их состоянием и уже будем завтра принимать решение о стартовом составе на игру.